Сейчас у него проблема ехать в Чечню, да? У него две негатива, он хочет пересдаться и остаться в Польше или на территории Европы. И вот примерно здесь проблема, негативы это не оставляют здесь. А он приехал в Чечню сюда, чтобы жить здесь. От этого страха примерно. Он не может жить в Чечне. Что ему там угрожают кадыровцы, новые структуры. И вот примерно он обращается к тебе, чтобы ты объяснил, чтобы ты сказал, что ему сделать, как лучше, примерно, чтобы, ну, чтобы ты лучше понял его. Вот поскольку я примерно объясняю вот здесь, чтобы потом тебе переведут, у него проблема. Вот. Здесь, так, да? И он хочет сейчас остаться здесь, пересдаться, обжаловать негативы. Мы сегодня ездили в Таборов, чтобы спросить у них, что нам надо сделать, чтобы они, вот даже он хочет подать в суд, чтобы ему дали гражданство польское, да? Ха, за дыма, что громаду.